27 мая. Алеппо. В провинции Алеппо продолжается контртеррористическая операция сирийской арабской армии против банд террористической организации «Аль-Нусре» и их пособников. Боевики отчаянно сопротивляются, но под ударами армейских частей вынуждены спешно отступать, бросая при этом технику, вооружение, склады с боеприпасами, минно-взрывными устройствами и прочим военным имуществом. В населенном пункте Палермон, в настоящее время практически освобожденном от бандитов Аль-Нусре, где боевики попытались оказать сопротивление правительственным войскам, но были вынуждены отступить, обнаружен и изъят крупный склад с самодельными взрывными устройствами, готовыми к применению. Армейские саперы в ходе проверки освобожденных жилых кварталов обезвредили большое количество уже установленных террористами самодельных мин. Хомс. В провинции Хомс, в районе города Аль-Кусейр, продолжается контртеррористическая операция правительственных войск против боевиков Аль-Нусре, которые находятся в плотном кольце окружения в нескольких центральных кварталах города. Сирийская армия контролирует все стратегически важные позиции в данном населенном пункте. Агентство «Ананьюз», Марат Мусин, Игорь Надыршин, Андрей Филатов, Василий Павлов, Виктор Кузнецов, Сирия.